Снятие установка пластика как бы сама не представляет тяжелым. Здесь необходимо открутить болтик сверху, вот здесь с внутренней стороны. Здесь идут такие заклепочки. Их сжимаешь и выталкиваешь. Их 3-4 штучки. И дальше идут такие липучки. Вот они, липучки сами по себе интересны. Они, если хорошо приклеены к стеклу, их очень тяжело оторвать. Как правило, они отрываются от стекла. Здесь же, с этой стороны, возле самого окна, она просто вынимается. То есть отодрали, оттопырили и вытянули. Все, как бы ничего сложного нет. Здесь происходит, здесь вот крепятся липучки. Здесь на двухсторонний скотч. Зачищаем и крепим заново липучки. И потом дальше их одеем. Вот они остаются. Липучка вот такая вот штучка. Здесь вот она